Я считаю, что дополнительная цензура за матерные слова в сети не нужна. Достаточно ограничиться цензурой, ну, скажем так, основных каналов федеральных, ну, например, федеральных, и остальные не трогать, допустим, на остальных разрешить мат, ну, скажем, с запикиванием. Допустим, так, это как вариант. Вот. А плюс указаны же сейчас программы 18+, 12+, 16+. И нету проблем. В интернете, на этой огромной площадке, где люди дискутируют, выражают свои эмоции, я не думаю, что целесообразно запрещать мат здесь, на этой огромной площадке, так как очень много людей, много мнений, и сам запрет будет вести только к тому, что запретный плод сладок, будут ругаться еще больше. Вот. А потом, ну, можно дойти до абсурда, можно дойти до Салтыкова-Щедрина, что давайте тогда запретим мат писать на заборах, писать там в подъездах мат. А что такое мат, что не мат? Это лингвисты никак не могут понять, что где мат, где не мат, где грань. Пушкин писал книги матом, там много великих поэтов что-то писали матом. Нету грани. То есть хватит того, что запретить запрет на федеральных каналах и запикивание, так сказать, на остальных наиболее значимых каналах. Незначимые каналы пусть себе, так сказать, ругаются.